картинка. Не знаю, совпадет это с видео или нет. С левой стороны снег, поле все белое. С правой стороны уже все практически растаяло. Интересно. Ну, какая-то аномальная зона, я говорю же. Вот он, этот самый уют отель. Зайду в магазин, отоварюсь немножко. И дальше в путь. Это через жопу встали, ребята. Комплекс «Уют» приветствует вас. В нашем кафе большое меню. Всегда в наличии свежий испеченный хлеб, свежая рыба, карась, судак, перец, пожарим при вас. В зале кафе банкомат, компьютер с выходом в интернет. Wi-Fi на территории всего комплекса бесплатно. В магазине широкий ассортимент, продукты, средства гигиены, товары в дорогу, аксессуары. К вашим услугам туалетные комнаты, душевые, прачечная, сауна, русская баня на дровах и большая стоянка. На территории имеется шиномонтаж, магазин автозапчасти. В отеле «Уют» различные по комфорту и ценам номера. Мы находимся напротив АЗС «Газпром» на 186 километре от Омска, 437 километров от Тюмени. Работаем круглосуточно. Добро пожаловать!
Так езжай давай. Чисто разрешено обгонять. Так. Вот. Немножко затарился продуктами. Воду взял, колбаски и хлеба. С Богом. Бензина примерно полбака. Может быть, хватит. Дальше, я думаю, хватит. А вы шибели. Вот, отправимся. Кольцо, рутинка, 1 километр до поселка Крутинка. Я там не был. Поэтому ничего про него сказать не могу. Сейчас движемся в сторону Аббатская. Ну а далее. Хлеб теплый, запах одуряющий. Невозможно было удержаться. Знаю, что уже нельзя во время движения. Сон тянет после этого. Как говорил, запах просто. Будете проездом, обязательно заезжайте и возьмите хлеб. Местного проезда.
интернета нет. Сейчас попробую пройти этот в гостинице, заправки. Яндекс пробки отвечает, что мест не найдено, хотя от Уюта отъехали километров на 5, не больше. Ну что творят профессионалы, твою мать. Радио ФМ нет, мобильной связи нет, у меня мегафона МТС, интернета нет, ни хрена нет. Дорога хорошая, по одной полосе, в разные стороны. Разделительная только пунктирная, тяжелистая. Обочина есть, но, на мой взгляд, узковатая. Дорога Р-402. Вообще на этом участке от Крутинки до Аббатского, Аббатское, что такое Аббатское, я не знаю, поселок Аббатский, город Аббатский, село Аббатское, наверное, село, но на село не похоже. Довольно-таки приличный населенный пункт. Примерно 80 километров. Ну, сейчас уже не помню, есть или нет, есть заправочная станция. Где-то строилось сейчас заезд, сейчас не помню. Может, уже проехал. Легкий туман. Снег. Проплешины есть. Вода в канаве замерзла, значит, не перестала.
Thank you.
We'll be right back.
От Ишима двигаемся на Курган. До Кургана 321 километр по указателю. На нашем пути попадется, мы будем проезжать по знаменитой на всю Россию пердюшке, которую уже сделали. До пердюшки комментировать нечего. Летом тут очень красиво, много озер для рыбаков. Комаров, правда, немало, но места очень красивые. Кстати, если летом двигаетесь через Тюмень, через Бердюшку вот эту, ну, через Курган, Ишим, вы будете проезжать Бердюшку. Если остановитесь возле поселка Бердюжье на ночевку, имейте в виду, вам нужны будут отпугивающие репелленты, или как их называют, от комаров. Иначе они вас съедят. Ишимский район. Есть интернет, есть FM-радио. Все есть. Полотно дороги сухое, обочина еще сырая. На полях слева и справа снег. Температура где-то плюс 4, наверное. Вообще вот дорога от Ишима до начала Бердюшки, так называемой, всегда была, вот, насколько я помню, всегда была хорошая. 19 километров участка дороги отремонтировали. Бердюжье. Тоже хорошая дорога. Объездная вокруг Ишима. Тоже отремонтировали. Ну, не совсем, вы, наверное, видели. Полотно дороги ровное, гладкое. Железные провода оборвали уже, да. Свет там пропал. Ну, сначала звонит наш агент, потом вот с Аржейкой разговаривал, очень классно. Чего, заявился? Нет, я сегодня даже не ходил, но видно, что рано, да, хорошо. Кафе посетил. Ну, здесь половина крыльца была, да, вот половина. Полотно дороги хорошее, ровное, гладкое, но местами попадаются ямки, которые делают ремонтники.
понесло, позвонился, да, и номер телефона женщины, не мог. Края обрубают очень острые, и легко пробить колесо. Нужно это иметь в виду и быть крайне внимательным. Тем более на большой скорости можно не только колесо пробить, но и диск погнуть. Несколько лет назад проезжал вот этот участок дороги. Уже было темно. Смеркалось. И прямо посреди дороги лежала рессора от автомобиля. Не знаю, если на нее наехать одним колесом, последствия, наверное, были непредсказуемы. Хорошо, что скорость была невысокая, примерно как сейчас. Вовремя заметил и смог объехать. Обычно дальнобойщики предупреждают, а болт на дороге может валяться или еще что-нибудь такое, что может повредить колесо. Поэтому спокойствие. Рассматривая видео, вы увидите, что примерно вот в это время, что на дисплее, ну, на экране монитора. И реальное время 12:24. Вот сопоставите это время на проигрывателе, вы увидите, как большой груз чуть-чуть не вылетел мне навстречу. Или отвлекся парень. Или, может, задремал, но видно было, как он резко взял вправо. Наверное, отвлекся. Вообще, комментарии, наверное, буду привязывать следующим образом. Смотреть на реальное время. Ну, а вы будете, если интересно, привязать комментарии картинки, смотреть время с правой стороны на экране. Потому что, обрабатывая видео, многое забывается из того, что хотелось бы отметить, как-то к чему-то привязать. И получается не совсем синхронно, что ли, аудио и видео. Поэтому я называю время, комментирую, если это будет привязано к какой-то местности. Ну а вы на экране уже сможете потом это время примерно. Продолжаем движение в сторону кургана. Автомобиль Шкода Фабия. Коробка. Механическая, пятиступенчатая, резина зимняя, шипованная. Тестирую Яндекс.Пробки, систему навигации Яндекс.Пробки. В сравнении с Navitel и iGo преимущества явные, если есть интернет. Если интернета нет, то работает как обычный навигатор. Я бы сказал, даже в какой-то степени уступает навигатор, потому что на навигаторе можно поставить от точки POI. Здесь, к сожалению, это сделать можно только при наличии интернета. На большей территории
Тюменской области, ну, по крайней мере, вот, по тому маршруту, по которому я еду, процентов 40, может быть, интернета нет. Поэтому Яндекс.Пробки работает как обычный навигатор. Понравилось еще то, что он, ну, я, может быть, не очень хорошо знаю Navitel и Aygo, но нет, по-моему, там тоже есть на Navitel варианты движения. Вот я, например, сейчас проложил маршрут до Москвы, но показал мне два варианта, по которому можно двигаться. По-моему, такая функция есть и у этих систем, у Navitel и у Aygo. По-моему, есть, что-то там такое было. Сейчас точно сказать не могу. Ну и при наличии интернета преимущество система навигации Яндекс.Пробки, но существенно значительная в лучшую сторону. Есть какие-то преимущества у Aygo, у Navitel, Яндекса. Сейчас просто не могу вспомнить детально. Может быть, панель управления экраном. Но скорость обработки информации у Яндекса быстрее, повыше. По крайней мере, на то, что испытывал вот на этих, на этом участке от Новосибирска до настоящего момента до Ишима и сейчас в сторону Кургана. Мне работа Яндекса понравилась. Единственный недостаток — это то, что не по всей территории трассы есть интернет, к сожалению. Интернет у меня через систему Теле2, сим-карта, мегафона, по-моему. Ты поймешь, блин. Ну, в общем, этот интернет Теле2. У коллеги, у него тоже Яндекс.Пробки, но через оператора Билайн. У него работало быстрее, может, из-за того, что у него на смартфоне стоит, и там процессор быстрее работает. Ну, здесь немножко... Ну, хотя тоже жаловаться не стал бы. В общем, все три системы можете сами опробовать, можете сами проверить преимущества и недостатки. Определите сами. По идее, вот даже на этот, как же, X-Play навигатор, там у меня стоит сразу две карты, и Navitel, и Aygo. Я думаю, там можно поставить и третью карту, это Яндекс. Но тогда нужно будет там подключать интернет навигатору. Яндекс.Пробки мне что понравилось еще, это три варианта карт. Вот обычная карта, как на навигаторах, плюс еще карта
съемку со спутника. И третий вариант карты – это народная карта. Не знаю, пока я ее не испытывал, сейчас просто не до этого. Трафик ограничен 3 гигабайтами в месяц, поэтому я отказался от карты Google со спутника. Там все-таки больше трафика он жрет. Это первый тест, первая поездка по карте Яндекс.Пробки. Несколько слов о самом маршруте, е-мое. Должен отметить, что начинает оживать инфраструктура. Заметил строящиеся новые мотели. Места стоянки, отдыха, кафе, там, столовые и так далее. Вот где-то штук 12-13, может 14 новостроек на этом участке я уже отметил. Год назад их не было. Бензин по трассе примерно одинаковый. В Новосибирске, правда, там подешевле, на рубль на полтора, но на трассе подороже. Интенсивность движения средняя. Вот как вот оценивать среднее? Сколько машин в час встретил. Ну, не знаю, мне вот я, например, оцениваю так, что по моим критериям, по моим понятиям, интенсивность движения вот от Ишима в сторону Кургана такая средненькая. Ну, может быть, чуть ниже средней интенсивности. Не сравнить, конечно, тем движением, который на трассе М57. Это от Читы до Хабаровска. Там движение совсем слабое. На трассе, на этом участке, который проехал, наблюдается работа ГИБДД, есть и стационарные посты, временные посты, вот, ну а также контроль за дорогой на спецтранспорте, ну, машина горит там, ставки сил. Радио FM, ну, только вблизи вот Ишима, ну, я думаю, ближе, наверное, к Кургану тоже будет FM-радио. На остальном участке радио FM нет. Довольно уверенно показывает связь мегафон и Билайн. Индикаторы показывают, что уровень связи 100% полностью.
в межсезонье, сейчас весна, снег еще не сошел по большей части. Видно, что весна приближается, обочина. Обращаю внимание всех, кто будет в такой период, в этот сезон ездить, что обочина очень такая ненадежная. Грунт есть, но он еще не просох. Стоит немножко уйти с полосы, как тут же грязь. То есть обочина влажная, сырая и рыхлая. Останавливаться на ней, конечно. Полотно дороги от Ишима, я думаю, и до Кургана, местами плохое. Выщерблены ямы, кочки. Днем-то еще нормально, можно ехать, издалека видно. А вот ночью, конечно, тут ехать небезопасно, можно влететь в эту яму с последствиями. Двигаюсь на запад. Время уже после полудня, вторая часть дня. Солнце в лицо.
Салон автомобиля довольно шумный. Звукоизоляция не на высоте. Кушинская лодка, конечно, 3 кило хэма, все виски, вино продам.